Государственный резерв бензина и дизельного топлива, предназначенный для потребителей ЛНР, будет создан на базе Краснодонской, Семейкинской и Ровеньковской нефтебаз. Об этом во время выездного совещания на территории Краснодонской нефтебазы сообщил председатель Совета министров республики Геннадий Цыплаков. Самая главная задача для нас на сегодняшний день – сделать стабилизацию поставок топлива. Кроме этого, была задача главы ЛНР обеспечить 10-дневным запасом, и это мы должны сделать до Нового года. Мы сегодня рассматриваем три нефтебазы – Краснодонская нефтебаза, Семейкинская нефтебаза и Ровеньковская нефтебаза, заявил Цыплаков. По его словам, данные нефтехранилища будут переданы в управление государственного предприятия «Луганскнефтепродукт», на которое возложена задача обеспечить гарантированные поставки топлива в республику. Председатель Совета министров ЛНР также отметил, что в настоящее время нефтебазы принимаются во временное управление и временное пользование. Также идет подготовка к приему топлива, поставки которого в хранилище должны начаться в течение 7 дней.